Не проживу без музыки и дня. Она во мне, она вокруг меня, и в пенье птиц, и в шуме городов, в молчании трав, и в радуге цветов, и в зареве рассвета над землей. Она везде и вечно спутник мой. Летят над миром, разорвав оковы, мелодии оркестра духового. Уважаемые хабаровчане и гости краевой столицы, вас приветствуют участники 7-го международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны». Государственные гимны стран-участниц фестиваля. Государственный гимн Республики Казахстан дирижирует начальник военно-оркестрового центра Национальной гвардии Республики Казахстан подполковник Асхат Мухамедьяров. Thank you.
Государственный гимн Монгольской Народной Республики. Дирижирует начальник военно-оркестровой службы Генерального штаба Вооруженных сил Монголии, заслуженный деятель искусств, полковник Чейжелжав Гансух. Союза. Дирижирует заслуженный артист России Вениамин Мясоедов. Государственный гимн Российской Федерации. Дирижирует начальник военно-оркестровой службы, главный военный дирижер Росгвардии, заслуженный артист России, полковник Владимир Васяк. Сейчас прозвучит произведение, ставшее визитной карточкой фестиваля. Макс Кюс. Вальс «Амурские волны». Thank you.
На торжественной церемонии открытия фестиваля присутствуют губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт. Председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Леонидович Луговской. Мэр города воинской славы Хабаровска Александр Николаевич Соколов. Члены правительства и депутаты Законодательной думы Хабаровского края, руководители федеральных органов власти, органов военного управления и правоохранительных органов, жители и гости краевой столицы. В этом году фестиваль «Амурские волны» посвящен 160-летию со дня образования города Хабаровска и 80-летию образования Хабаровского края. Хабаровчане благодарят учредителей фестиваля, Министерство обороны Российской Федерации, правительство Хабаровского края, администрацию города Хабаровска за возможность быть сопричастными к столь значимому и масштабному культурному событию. А сейчас коллективы-участники фестиваля выступят перед вами со своей программой плац-концерта. Музыка города! Музыка города! Волны амурские снова звучат! Все здесь рождение свято и дорого. Город встречает оркестров парад.
на площади военный оркестр штаба Восточного военного округа, рота почетного караула Хабаровского гарнизона, ансамбль песни и пляски Восточного военного округа, начальник военно-оркестровой службы округа подполковник Вадим Пахомов. Thank you.
далеких времен. Чем выше давление, тем крепче бетон. И если опасность державе грозит, становится Родина, как монолит. Крыльями победы сегодня, как сталь, опять закаляется Родины сталь. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове источник пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила, в этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Потоком несет, за нами Россия, за нами народ. Традиции святы и тысячи лет продолжится летопись наших побед. А если врагов налетит воронье, и снова отечество встретит мое. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Россия, Россия, в этом слове огонь и сила. В этом слове победы пламя, поднимаем России знамя. Вперед, Россия! Оркестр культурного центра Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю. Начальник – капитан Дмитрий Яковлев. Дирижер – капитан Владимир Лозин.
Простор ее ласкает глаз. Какая родина счастливая! И это счастье все для нас! На площади военный оркестр штаба Тихоокеанского флота, город Владивосток. Начальник майор Андрей Попов. Дирижер капитан Илья Сергеев. Thank you.
представляет духовой оркестр военно-музыкального училища при Национальном университете обороны Монголии. Начальник училища – майор Адгарел. Дирижер – старший лейтенант Алтан Хаят. Yeah!
Thank you.
Третий военный оркестр войск и сил на северо-востоке Российской Федерации. Камчатский край. Дирижер капитан Иван Пшеничный. Thank you.
впервые Хабаровский военный оркестр штаба Северо-Западного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Начальник военно-оркестровой службы, художественный руководитель, подполковник Максим Кончин. Начальник оркестра, подполковник Евгений Чубарев. Музыкальное путешествие по городам России. Thank you.
Волынка льет тягучий мед степного разнотравья, и сердце вместе с ней желает миру здравия. На площади оркестр кельтских волынок и барабанов. Международный творческий союз музыкантов из разных стран мира, объединенных общей кельтской культурой. Руководитель оркестра – главный волынщик и дирижер Александр Браун. Главный дирижер группы барабанщиков – Джон Хоуп. Thank you.
will take first place and gold. Rose, quick, turn! Watch!
На площади образцово-показательный оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан. Начальник военно-оркестрового центра, подполковник Асхат Мухамедьяров. Начальник оркестра, лейтенант Тайхан Жаудинов.
На площадь выходит Центральный военный оркестр Вооруженных сил Монголии. Начальник военно-оркестровой службы Генерального штаба Вооруженных сил Монголии, заслуженный деятель искусств, полковник Чижилжав Гансух. Дирижеры: капитан Цингел, майор Бол Нергы. Thank you.
Ритм владел всем пространством. Он стихал и взрывался, словно в космосе новой жизни свет загорался. На площади ансамбль барабанщиков «Фиеста» Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. Руководитель ансамбля Михаил Мельник.
площади Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Начальник оркестра полковник Сергей Дурыгин. Дирижер подполковник Константин Петрович.
На площади сводный оркестр участников фестиваля. Дирижирует начальник военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, главный военный дирижер Вооруженных сил Российской Федерации, заслуженный артист России, полковник Тимофей Маякин. Звучит фестивальное попурри 2018 года. Солисты Наталья Манули, Олег Исаков.
На площади сводный детский духовой оркестр.